Добрый день, уважаемые господа. Позиция терка для сыра. Выпускается она вот такой вот коробочке с описанием на русском языке. И вот так вот она выглядит. Контейнер для загрузки, барабан и ручка, с помощью которой натирается. Ручница натирается. Давайте продемонстрирую, как она работает. Открываем контейнер, загружаем сыр, закрываем. И придерживаем. И начинаем крутить. Ход очень легкий. Вот все, видите. Кусочек сыра мы натерли. Очень красивая соломка получается. Собственно, все. Всем удачных продаж.